Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Бульбазавр, King on Fire, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас карта FNAF 4, будем играть аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, можете строить себе бабушкины калитки, всякие прикольные классные постройки. И не забывайте подписываться на канал, потому что скоро у нас 1 000 000 подписчиков, давайте добьем 920 тысяч уже. Осталось 80к, это не так уж и много, до миллиона. Так, пацаны, где ваш офис? Я на первом этаже. Давайте будем продвигаться. Hello. Hello. Сразу, да, догадались по звуку, кто идет? Да. А что, я карту забыл? Я не помню, как подниматься на второй этаж. А, вспомнил. Возле входа. А где вход? Вот вход. И вот здесь, на второй этаж. Ладно, давайте сначала буду видимый, а потом невидимый. Ты где? Так. А вы что там позакрывались? О, что я когда нажимаю, у меня свет загорается. Что, серьезно так сделали? Вы понимаете прикол? Я нажимаю, и лампочка светится. Что такое? Это законно? А что с игрой? Что она глючит? Ничего не глючит она. Я на аниматроника нажимаю, короче, удар. У меня есть свет. Я нажимаю еще раз удар, свет пропадает. Нет, это не должно быть. Ну, я просто увидите на записи. Где? Вот я нажимаю кнопку выстрела. Короче, говорит, смот жестко глючит. Или моды ругаются. Вы хотите меня пригвоздить? Кстати, да, можете пригвождать, если вы попадете. Что ты делаешь там вообще? Не знаю, Бульба что-то творит, что-то фигню страдает. Ну, Бульба, не твори фигню без меня. А вот я, смотрите. Вот. Как это не видно? Вон кто-то заглядывает. Кто-то физганом сейчас калитку трогает, с этой стороны я. Бульба. Бульба. Ну, здравствуй. Чё, там не получается? Ну, запер Бульбу. Чё-то не получается мне к вам пробраться. А как вам пробраться к вам-то? Управлять, гравитация, выключить столкновение. Ну, Бульба, успокойся. Я его могу успокоить одним способом. Пацаны, я жидкий металл, смотрите. А вы знаете, как это делать? Я могу. Блин, я что-то не ожидал, что ты меня зафигачишь. Поэтому я тебя тоже убью. Так. О, бомба. Ой, я в другой комнате спавню. Ты сможешь через сетку, как я, проходить или нет? Интересно. Да блин, твои гвозди очень долго пропадают. Надо подождать. Так, я вижу, исчезает. Отлично. Теперь мы можем уже ходить. Где второй этаж? Ты тоже не знаешь, где второй этаж? Я постараюсь твою дверь подвинуть. Какую-то из будущего. Эй, слышь, ты двумаешь своей дверью. Ого, ты меня вынес. Ты 600 жизней вынес. Давай, проходи. Не? А чё, ты боишься, что ли? Да не бойся. А как ты меня замагнитил? А, я выключил столкновение. Привет. Побежал, побежал. Я вижу, как ты через стены бегаешь. О, музыка пошла стрёмная. А чё ты невидимый? Ты же нечестно. А я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Прозрачный? Нет. Я удалил. Нет. Как это удалил? Вот она стоит. Так, пацаны. А что ты так много себя спавнишь? О, ты меня убил! А как ты меня убил? Ты шаром, потому что он, да, рикошетил от разных стен. Получается, 1000 урона где-то наносит шар. Это нереальная цифра. Хорошо. Давайте другую возьму аниматроника. Можно ли кучу заспан? О, я сейчас возьму аниматроника, который пропы может кушать. Вы знаете, кто это?
Да. Спринт-трап. Бульба, открой дверь. Бульба, открой ему дверь. Ой. Открой. Блин, у меня 700 жизней, вы меня так быстро вынесете. Но я постараюсь ваши ворота сажать. Привет, привет. Засранец, да, скажи, маленький, пришел, все сожрал и ушел. От красавчика. Меня зачем? Да, а что вы его убиваете? Я вижу то, что происходит там. Это читерски. А ты что делаешь, читер? С ума схожу. А, это буль. Блин, я классную нычку нашел. Я в следующий раз буду так прятаться. А кто за Пикачу бегает маньяком? Откуда видит? Блин, застрял. Я застрял. Я убил тебя. Давай, драка. Я за карту вылетел, я на улице. Ого. Это что такое? Что происходит? А чего такие жесткие хлопцы? Спасибо. Молодец. Попался мне сам. Ну, диван убил. Да, так бывает. Ого, а что за оружие такое читерское? Вы этим оружием меня провалили сквозь текстуру. Ага. Как-то странно очень работает это все. Что за оружие читерское? Отлично! Отлично! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Очень странно работает. Я нахожусь за картой. Ого! Аж эрорки появляются, но пацаны, успокойтесь. Классно, да, нычка? Смотрите, чпонь. Все, никто не найдет. Классно, в уголке сидит. Я хитрый жук. А что вы хотели? А, вот так вообще ничего не видно, да? Кто там бегает? Ах ты ха. Я паршивец. Куда я улетел? Я на карте. Вот ты. Давай, иди сюда. Не умеешь махать, не мах... Ой-ой-ой, кто-то телепортировал... Ой. Отличная нычка, отличнейшая. Я не вижу, что там происходит. Ну что там происходит? Ого, они бомбардируют меня. Вы что, успокоились? Я выхожу. Офигительно. Сидим дальше, сидим, сидим, сидим. Одна из самых лучших. Представьте, так запрятаться в прятки. Вот кто меня найдет? Никто. Он в картине. В какой картине? На записи будете смотреть, где я прятался. Офигенно. Но я не прячусь. Просто что я не вижу, что сзади меня происходит. Я вижу только... Я за кроватью, хорошо. Ну вот так вот, за кроватью я. Привет. О, я вижу тебя. Я пролажу, что ли? Эй! Нашел меня, да? Ой-ой-ой. Хорошо, я беру сейчас аниматроник-босс будет. Хотите аниматроника-босса? Да. Готовьтесь. Это будет танк, которого у него очень много жизни, но он очень медленный. О! А, я понял, что это босс. Эндер здоров. Все, давайте, 830 тысяч. Я готов вас всех мочить. Кого буду видеть, того и мочу. Без остановки. Отлично. А чем ты меня убил? Я на рандом стрельнул. Ты не на рандом стрельнул, я когда шел и появился на спауне, и вы в это время меня убили. Поэтому я буду вас наказывать.
Ой-ой-ой-ой-ой. Не, этого оружия вообще недостаточно, чтобы меня убить. Давайте что-то жестче. А я тогда буду мочить вас. Первый пошел, второй пошел. Эй, ты чем-то мне чихнул больно. А чё не закрывается дверь? Тут кресло в воздухе висит. Ну, давайте, я тут стою, жду вас. По звуку определите, где я. Он на втором этаже. Да. Эй, а кто тут летает на В? Бульба. Эй, нельзя! Я буду банить. Знаешь, что главное? Я его увидел, что он бегает по комнате, и чуть-чуть он опередил меня на долю секунды. Так бы я его убил бы. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!